Всем добрый день, извините за опоздание. И пока доехал, строго немножко приношу извинения. Сегодня мы проводим расширенное заседание Комитета по экологии и природопользованию Московской областной думы. Позвольте представиться, я председатель Комитета по экологии и природопользованию Московской областной думы Полякова Алла Викторовна, источник аппарат комитета, и мои коллеги Лазутина Лариса Сергеевна, первый заместитель председателя Московской областной думы Григорьев Олег Валерьевич и Александр Николаевич Баранов. В связи с многочисленными обращениями, поступающими в адрес комитета по вопросу введения требований природоохранного законодательства при осуществлении минного пользования на территории Одинцовского муниципального района, мы сегодня приехали к вам для того, чтобы на месте обсудить сложившуюся ситуацию и выработать пути решения проблем, связанных с деятельностью компании «Экосервис». Решите представить всех участников нашего заседания и предлагаю начать работу. И определить рекламу нашей работы. Время для выступления до 7 минут, время для дискуссии не более 30 минут. И работать без перерыва, завершите работу в пределах полутора часов. Есть возражения? В работе нашего заседания комитета принимают участие принимающая сторона Андрей Рудольфович Иванов, глава администрации Одинцовского муниципального района, Павел Дмитриевич Романенко, исполняющий обязанности начальника отдела надзора за обращениями с отходами Департамента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Центральному федеральному округу. Соколов Тигран Дмитриевич, заместитель начальника отдела земельного надзора управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям. Шестигнев Дмитрий Валерьевич, заместитель начальника Одинцовского территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области. Иванов Илья Геннадьевич, исполняющий обязанности межрайонного природоохранного прокурора Московской области. Дьякова Елена Викторовна, заместитель городского прокурора. Боровик Павел Сергеевич, исполняющий обязанности начальника управления по борьбе с экономическими преступлениями межмуниципального управления МВД России Одинцовская. Березкин Ростислав Леонидович, начальник следственного отдела Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Московской области. Косюк Лариса Константиновна, начальник управления государственного экологического надзора Министерства экологии и природопользования Московской области. Руководство общества с ограниченной ответственностью «Экосервис», а также представители общественных организаций, экспертного сообщества, инициативных групп жителей Одинцовского района. Перейдем к основным выступлениям. И слово для выступления я хочу предоставить главе Одинцовского муниципального района Иванову Андрею Рудольфовичу. Добрый день, уважаемые коллеги. Хочу прежде всего поблагодарить Аллу Викторовну Полякову, председателя комитета Московской думы, за такое внимание к проблемам Одинцовского района и особенно к проблеме, связанной с нашим поселением Никольска и компанией «Экосервис», и тому конфликту, который у нас на территории проходит. Считаю, что по этому вопросу необходима широкая открытая дискуссия, так как ситуация сложилась острая, напряженная. Мы видим ажиотаж вокруг этой темы довольно серьезный. Причем также мы не можем не замечать, что в средства массовой информации попадает очень часто искаженная информация. И участники конфликта пытаются манипулировать общественным мнением и оказывать давление на органы власти. Поэтому еще раз хочу сказать, что нам очень важен прямой, открытый диалог с участием экспертов, которые сегодня находятся в этом зале. В двух словах хотел всех погрузить проблематику, некую хронологическую справку. Компания «Экосервис» добывала песок в карьере Промской с 2010 года. Она арендовала землю сельхозназначения у компании «ЗАО «Шарапова» и вела строительство рыбонагульных прудов с попутной добычей песков для строительных целей на основании лицензии, которую выдала Минэкология Московской области. В 2012 году Московской прокуратурой по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте были выявлены нарушения законодательства при разработке указанных прудов. По результатам проверки прокуратуры было подано исковое заявление в Одинцовский городской суд Московской области с требованием запретить разработку прудов, и суд полностью удовлетворил этот иск. Компания подала апелляцию в октябре этого года, того же года,
Московский областной суд отменил решение Лисовских коллег. Затем в мае 2013 года президиум Московского областного суда снова признал прежнее решение Лисовского городского суда по этому делу. В результате дополнительной проверки по требованию городской прокуратуры 26 мая 2015 года отдел дознания Лисовской полиции возбудил уголовное дело по части 1 статьи 330 УК РФ по факту самоуправных действий со стороны руководителя ООО «Текосервис». Кроме того, городская прокуратура инициировала возбуждение уголовного дела по статье 315 УК РФ «Неисполнение решения суда» в отношении генерального директора ООО «Текосервис» Ксении Валерьевны Федосеевой, которая находится в этом зале. В июне 2014 года Лисовский городской суд обязал компанию «Текосервис» провести рекультивацию и привести земельный участок в первоначальное состояние. «Текосервис» получила право рекультивировать котлован отходами 4 класса опасности. Здесь необходимо отметить, что карьер Комска накладывается на акваторию реки Сета, о чем свидетельствует заключение мусороканала. Таким образом, отходы 4 класса опасности с карьера попадают в Сетуни, затем, собственно, в Москву-реку, которая является нижним притоком водозапорного узла. Кроме того, по свидетельствам нашей инициативной группы, жителей поселения Никольска, данный карьер складировали продукты жизнедеятельности человека, то есть ТБУ. Это отчасти подтверждает имеющиеся фотоматериалы, которые сегодня будут также представлены коллегами инициативной группы, а также результатами экспертизы. В ходе проведенных исследований летом этого года с привлечением экспертной организации «Полигон ЭКО» установлена сумма ущерба почвам и окружающей среде в размере 12 миллионов 860 тысяч рублей. Сейчас по этой проблеме работают наши правоохранительные органы. В ноябре 2016 года компания «ОТК-сервис» получает лицензию еще на 3 карьера в Никольском. Это карьер Никифоровский на участке более 40 гектар, карьер Власова-1 на участке 20 гектар и Власова-2 на участке более 58 гектар. Это, безусловно, вызвало серьезное беспокойство жителей Никольского, Кубинки, которые ведут уже многолетнюю борьбу за экологию. Условия разработки новых рыбонагульных прудов вызывают у нас также множество вопросов. В частности, речь идет о котлованах глубиной 10-12 метров при необходимой глубине всего лишь 2 метра. Нет ответа на вопрос, как будет добываться рыба на такой глубине, учитывая, что объем добычи составляет десятки тысяч тонн в год. Нет совершенного понимания, куда будет сливаться вода из данных прудов. Не предусмотрено никаких резервуаров и емкостей для слива жидкости. Также у нас вызывает опасения метеорологическая обстановка. Пруды разрабатываются вблизи большого аэродрома, который используется как гражданской, так и военной авиации. На этом аэродроме, как вы, уверен, все знаете, тренируются также пилотажные группы «Стрижи», «Русские Витязи», которые выполняют сложные элементы на низкой, на малой высоте. И если вблизи аэродрома существенно увеличится количество птиц, это приведет к серьезным проблемам, возможно, к падению самолета и человеческим жертвам. К слову, возможное образование мусорной свалки, безусловно, приводит к скоплению птиц, которые будут являться предметом опасности. По имеющейся информации, главное командование Воздушно-космических сил обратилось в Департамент имущественных отношений Минобороны с предложением отозвать выданное ранее разрешение. Кроме того, под угрозой оказались и мелиоративные системы. На земельном участке под карьером Никифоровская, они имеют площадь 64 гектара, были введены в эксплуатацию для улучшения природы плодородия сельхозземель и осушения участка от высоких грунтовых вод. Уничтожение этой системы мелиорации не только наносит урон сельскому хозяйству Ленинсовского района, но и может привести к заболачиванию остальной части сельхозугодий, даже окрестных населенных пунктов, что мы, собственно, видели, когда были проливные дожди в этом году. Вода стояла буквально во дворах жилых домов, и уже люди перемещались в резиновых сапогах. Это касалось СНТ, деревень, которые находятся рядом
с данными карьера. Я, на самом деле, вкратце только изложил основные проблемы, связанные с созданием карьеров и поиском поселения. Уверен, что дальше и эксперты, и местные жители более подробно и профессионально дополнят мой доклад. И хотелось бы, конечно, получить ответы на данные вопросы, которые мы с завидной регулярностью задаем компании ТК Сервис, возможно, на сегодняшнем совещании. Мы, как власть Лисовского района, с своей стороны считаем, что опасения местных жителей и активистов экологов однозначно обоснованы. Перечисленные риски действительно существуют, и землю в целом, и экология наносится колоссальный ущерб в результате проведения вот этих работ на существующих карьерах. Хочу также заметить, что карьеры, где добывается песок, находятся на землях сельхозназначения, что, собственно, не соответствует законодательству. Если у нас идет добыча песка, то земли должны были своевременно переведены в промышленное назначение. Этого сделано не было, сейчас это земли сельхозназначения, что, собственно, и отражено в проекте будущего генплана Одинцовского района и поселения Никольского. И такой генплан прошел публичное слушание, и мы эти документы отправили на согласование в правительство Московской области, отправили и дальше в правительство Российской Федерации. У меня все. Я там в дальнейшем буду комментировать и добавлять. Такой, мне кажется, очень подробная справка. Такая технология событий. Она для нас многие вещи даже новые. Я предлагаю дать слово тем организациям, которые осуществляли контроль и надзор, да, по этой теме, а потом дать слово жителям и общественникам. И потом мы сделаем дебаты определенные, да, вопрос-ответ, и на все вопросы жителей мы постараемся дать ответ там, те люди, которые полномочены, и расскажут. Нет возражений? Слово для выступления предоставляется Павлу Дмитриевичу Романенко, исполняющему обязанности начальника отдела надзора за обращениями с отходами Департамента Роспотребнадзора по Центральному федеральному округу. Да, здесь. А как вам удобно? Всем добрый день. На самом деле уже сказано вся привычная информация о деятельности компании ТКСРС в области. Вот, расскажу вкратце. 1 сентября 2016 года на основании соглашения между правительством Московской области и Федеральной службой надзора территории пользования полномочия по надзору за федеральными объектами переданы Министерству экологии. Вместе с тем, в связи с многочисленными поступлениями обращений граждан, коллективными обращениями граждан, по решению прокуратуры Московской области департаменту в августе проведена внеплановая проверка соблюдения ТКСР с охранным законодательством, в том числе законодательством при обращении с отходами и соблюдении ими лицензионных требований. В ходе проведения проверки были выявлены нарушения, в частности лицензионных требований, а также нарушения при ведении работ по рекультивации карьеры в соответствии с тем заключением государственной экологической экспертизы, которое было получено в 2015 году. По данным фактам составлены протоколы с административным правонарушением, два из которых направлены в арбитражный суд для принятия решения о приостановке деятельности предприятия на срок до 90 суток. В настоящий момент заседание еще не начато, не рассматривалось, материал находится в суде для подготовки предварительного заседания. Относительно нарушений по проектной документации, которая есть у предприятия. Данное заключение экспертизы было утверждено в 2014 году. Заключение экспертизы давали специалисты в области охраны окружающей среды, которые сочли деятельность ТКСРС при культивации данного карьера допустимым, и то воздействие на окружающую среду, которое должно было быть оказано, считалось, опять же, допустимым. При этом в ходе проверки было выявлено ряд нарушений. По данному факту также составлен административный материал, выданы предписания, контроль которых находится у нашего руководства, и, соответственно, уже с понедельника начаты проверки исполнения этих предписаний. Сегодня у нас должен был быть выехать туда инспектор, но, к сожалению,
перенесено в связи с проведением данного мероприятия. Оно будет проведено в течение этой недели. Все материалы проверки были направлены в прокуратуру для принятия решения прокурорского реагирования. При этом данная информация также была направлена в Министерство экологии Московской области в целях обмена теми сведениями, которые есть как и у самого министерства, так и у департамента. На сегодняшний момент по результатам тех проверок, предписаний, которые были ранее выданы, вся информация будет доведена до жителей, соответственно, непосредственно тем заявителям, которые писали в адрес департамента, а также информация будет направлена в прокуратуру и в адрес Министерства экологии Московской области. Прокуратура Московской области. В принципе, наверное, все. Спасибо большое, Павел. Я думаю, если есть вопросы, да, было потом. Да, если какие-то конкретные вопросы будут, материалы проверки у меня, в принципе, есть, если у кого какие-то есть. Спасибо. Присаживайтесь. О результатах контрольных мероприятий управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областях мы попросим рассказать Павлу Тиграну Дмитриевичу, заместителю начальника отдела земельного надзора. Периодически, неоднократно мы уже, как бы, сообщали про все эти ситуации, которые были, ажиотаж. Значит, глава правильно сказал, что давление и ажиотаж создается. Это, как бы, я высказываю свою точку зрения, потому что в течение двух лет, позицию управления я сейчас скажу, в течение двух лет неоднократно задействуют силы всего управления на обращения, которые поступают. Поступило за последние два года более 67. Из них по проведенным анализам порядка 15 не подтвердились и написано практически под копирку, только менялись фамилии. Я сейчас не говорю, зачем это такой сервис, я говорю просто объективную обстановку, потому что глава района правильно сказал, что ажиотаж и давление какое-то, и государственные власти пытаются, государственные структуры пытаются ввести в этот ажиотаж. Значит, в 2014 году по результатам плановой проверки в отношении ЗАО «Шарапова» были возбуждены 6 административных дел в отношении ЗАО «Шарапова» по выявленным нарушениям. Значит, ЗАО «Шарапова» было подвергнуто административному наказанию, штрафу выдано предписание. В ходе по 440-му участку, значит, мы впоследствии в 2015 году переквалифицировали данное правонарушение на арендатора ОТК «Сервис». Мы также изучили все документы, которые были представлены в ходе административного расследования. Привлекли генерального директора к административной ответственности Лисееву. И выдано было предписание, которого не было до этого. Это, напоминаю, в 2015 году произошло. Значит, в предписании было указано устранить недостатки, которые были отмечены за ЗАО «Шарапова», и разработать и представить в адрес управления проект рекультивации. Данный проект рекультивации, который предоставляли при административном расследовании они по трудам, он уже был недействителен. Поэтому, что импонирует, ТК «Сервис» пошло на то, что выполнило законные требования предписания. Значит, нам был представлен проект рекультивации, который заключает два этапа, технический и биологический. По выполнению проекта рекультивации выдано предписание, которое постоянно проверяется нами. И на основании выполненных работ мы закрываем часть предписания. То есть до третьего квартала 2018 года они должны завершить технологический этап, после переступить к биологическому этапу рекультивации. Предписание на них не закрыто, оно действующее, оно продлевается по мере наших проверок и планов по исполнению этого предписания. Значит, как правильно вы заметили, значит, у них была лицензия выдана. Лицензия выдана не нами, Министерством экологии. Лицензия выдана на строительство рыбонагульных прудов с попутной добычей. Значит, существующее законодательство Российской Федерации, оно не содержит запрета на организацию прудов копаний. В этом заключается, как бы, такой казус закона, несоответствие закону. Мы информировали прокуратуру Московской области,
значит, Одинцовскую периодически, выезжали вместе с ними при совместных рейдах по их приглашению. О том, что в данной ситуации либо надо перевести, перед выдачей лицензии, перевести земельный участок, на который выдается лицензия, в другую категорию, значит, в промку, там, как угодно, да, но не в сельхозку. Так как я уже сказал, что законодательство Российской Федерации, земельный кодекс, не запрещает рыбоводство, это одна из, значит, отнесена классификатором сельского хозяйства. Но так как в законе написано, что если там будет пруд, это будет, опять же, сельхозпроизводство, то переводить не надо. Также были нами написаны неоднократно письма управлением, что в данной ситуации, если на сельхозке идет разработка песка, независимо, строят там пруды, не строят, эту землю можно передать в категорию земель запаса. С последующим, после постройки пруда, допустим, или если этого пруда нет, с последующим принятием решения, куда из категории земель запаса эту землю относить. Ну, в данной ситуации вопрос этот, как бы, единственный сдвиг, который произошел, потому что вот управление Россельхознадзора, оно, знаете, становится как муж, который узнает об измене, последний. То есть мы по факту узнаем о том, что выдана лицензия, выдана на сельхозке, ни одного согласования до текущего момента Министерством экологии с нами не проводилось. То есть мы узнавали об этом по факту. Значит, это позиция управления, которую я передаю конкретно Антонову Александру Вячеславовичу. То есть сейчас на основании того, что мы в прошлом году, в конце прошлого года написали письмо Минэкологии в правительство, сейчас уже введено обязательство при выдаче лицензии, значит, обязательно переводить землю условия, прописанные условия. Но у ТК-сервис этого условия нет, поэтому и состоит. Значит, давайте мы отталкиваемся от Ромского. Сейчас, секундочку, у нас не дискуссия, у нас выступление. Давайте придержимся регламента. Только когда будете выступать, себе поменьше сделайте, что вы хотели. Период с 15 по 17 год, повторяю, да, управление проводились проверки по обращению граждан, проверки, инициированные прокуратурой. Понимаете, ну не может быть слеп одно управление Россельхознадзора. Еще раз повторяю, я не защищаю их. И наша позиция заключается в том, что мы заставим их выполнить это подписание. Понимаете? Они от этого не идут, потому что подписание не закрыто. И периодически, сколько бы раз я ни выезжал, я пытаюсь найти нарушение, честно вам говорю. Но в ситуации, что земельный участок не весь под карьер, а только часть, остальная часть используется по назначению, то есть сельхозпроизводство. Тот же 440-й участок, только часть этого участка выделена под рыболовные пруды, значит, с попутной добычей песка. Ну, про количество выездов я уже сказал. Значит, позиция наша остается такая, что мы будем требовать выполнения предписания ТК-сервис, независимо от того, значит, разорятся они или перейдут в другую структуру. Предписание выдано, оно выдано на конкретный земельный участок. Поэтому, если они уходят, Зарушарапова будет выполнять предписание, так как они являются собственниками. Ну, по мелиорации. Значит, глава района правильно сказал. Значит, на 409 участке есть система мелиорации, но она не затрагивает весь земельный участок. Мы делали запрос, значит, в спецмелиотхоз, нам прислали картографическую схему. Система мелиорации не проходит под участком, где, на 409 участке, где сейчас разрабатывается как карьер. Значит, я в неоднократных своих ответах давал, ну не я, управление давало ответы, значит, ну спецмелиоводхоз, это департамент мелиорации, это последняя организация, которая при Советском Союзе провела кадастрирование всех мелиоративных систем. Мало того, на последнем выезде с инициативной группой по соседнему участку, рядом с 409, значит, также было выдано предупреждение Зарушарапова. Еще раз я объяснял всем инициативным группам, которые были, что здесь нет системы мелиорации. Она есть, но не на том месте, где проходит. В прошлом году, в декабре 2015 года, по выезду по обращению граждан, представитель инициативной группы Батаеш Данилов, значит, мы проверяли, значит, на том участке, где 409 снимался плодородный слой, он снимался со всеми правилами.
соответствии с приказами Роскомземы и природы. Значит, системы мелиорации не обнаружены. Понимаете, ну невозможно. Участок 224 гектара, если мне память не изменяет. Да, у нас 64 отведено под мелиорацию, но находится не на том месте, еще раз повторяю. Поэтому нельзя говорить, что весь участок под системой мелиорации. Далее, за Ушарапова выдано предупреждение об обязании их обратиться в спецмелиоводхоз департамент мелиорации для паспортизации этой системы, потому что в настоящее время она не паспортизирована, на учете в администрации она не стоит. В данной ситуации как мы можем их наказывать по статье повреждения системы мелиорации, если она не паспортизирована? Мы также не можем в соответствии с административным регламентом заставить Зарушарапова это сделать, понимаете? Это закон тоже их защищает как собственников. Но в предупреждении, предостережение, которое я выдавал, я им указал, чтобы они обратились до 4 ноября. 4 ноября будет очередная проверка Зарушарапова по выполнению этого предупреждения. Значит, в данной ситуации позиция управления заключается в том, что мы хотим, чтобы закон... Мы написали правительство, надеемся, что будут внесены изменения в земельный кодекс и в закон, что выдача на сельхозземле будет запрещена под разработку карьер, независимо пруды, не пруды, потому что создание прудов копаний для сельхозки, оно в настоящий момент не препятствует рытью карьер, понимаете? Этим, может быть, покрываются, я не отрицаю. Вот. Но исходя из практики, которую я по Московской области, я много выезжаю, ну, поверьте мне, опять же, еще раз говорю, это моя личная позиция, вот данный вопрос. Исходя из того, что я видел в Подольском районе, в Нарафаминском районе, позиция конкретно вот по этим участкам, вот конкретно по 409-му, довольно не критична. В данной ситуации все проверки, которые были по 409-му, инициированной прокуратурой, с нашим участием, с представителями других контролирующих органов, мы не обнаружили того, что пишут. Я тогда не очень честно говоря поняла. Вот скажите, основные претензии у Россельхознадзора в чем? Предписание, вот то, которое должно выполнено до марта 2018 года, какое нарушение? Вы считаете, что они должны в соответствии с предписанием они должны выполнить решение суда и ввести земельный участок в первоначальное состояние. Первоначальное какое? Первоначальный горизонт. Сельскохозяйственный, тот участок, на котором 440-й у них сейчас идет рекультивация, они должны привести для сельхозпроизводства, так же, как основная часть участка. Конечно. Там не должно быть зеркала никакого, должна быть ровная поверхность. А когда эти предписания выданы? Предписание это выдано в 2015 году. И за 2 года нет никаких подвижек? Нет, почему? Подвижки есть. У нас периодически идут предписания, выдаются на определенный срок. В ходе окончания срока неплановая проверка. Я выезжаю, не только я выезжаю, там выезжали другие инспектора и другие комиссии в составе других инспекторов. Оно проверяет объем выполненной работы. Причем мы стараемся выезжать не одни, мы просим, задействовали прокуратуру. Изучение земель уже как-то начало приводиться, да, в какой-то... Да, я могу сказать соотношение из того, что я увидел в 2015 году, когда мы привлекали генерального директора к ответственности. И на текущий момент, да, рекультивация идет. Тем более у них есть лицензия, они получили и предоставили нам по утилизации отходов 4 класса опасности. То есть на тот момент, я не отрицаю, может быть, где-то что-то и есть, да, но в тот момент, когда приезжаем мы с прокуратурой, вот этого нет, понимаете, нонсенс. Хорошо, Петр Андреевич, спасибо вам. Мы пока услышали. Если будут вопросы, мы зададим. Слово для выступления предоставляется Шепснёву Дмитрию Валерьевичу, заместителю начальника Одинцовского территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области. Добрый день, уважаемый президент, коллеги, присутствующие в зале. Отойдем от вопросов экологии, потому что Роспотребнадзор занимается защитой прав потребителей и благополучия человека. Хотелось бы опять начать с вопроса по карьеру Пронской. Значит, с 2007 года при внесении изменений в градостроительный кодекс Роспотребнадзор был успешен из земля, который функционально выбрал земельных участков.
министерства мы этот вопрос рассматривали уже при поступлении жалоб от жителей, проживающих на территории, при запросе прокуратуры, опять же, уже на данные Кореи. Ну и с другой стороны, непосредственно представители официальной стороны, как бы, следует правилам, все-таки у нас запрашивали информацию по поводу возможности размещения и разработки и нагонов, в том числе. Значит, что касается нашего законодательства по зонам, второму поясу зоны санитарной охраны Москва, вот, нарушений при выезде с проверками мы не установили, потому что расстояние там более 500 метров. И санитарно-защитная зона для выработки песка, она устанавливается 300 метров до жилой постройки, что также не ограничило размещение этого карьера до Никифоровского и остальных населенных пунктов. Что касаемо вопроса рекультивации, опять же, это вопрос экологии, и в наши вопросы там затрагивались поверхностные. Это речка Сетун, приток первого порядка реки Москва и река Москва. Значит, ежемесячно ведется контроль состояния воды в реке Москвы на химические и бактериологические показатели. Превышение или каких-то резких изменений у нас вот за текущие 3 года нет. У нас 5 створов, которые мы берем, это, ну, в данном конкретном случае Никифоровском и Власовом и так далее нет. Но это отрезок между городом Звенигородом и Успенском. Вот. Но то есть вот там, где именно этот участок попадает, то есть анализ воды абсолютно нет. Хорошо, Дмитрий Иванович, спасибо большое. Все. И в отношении ЛТЭКО-сервис Министерство экологии в течение и пользования Московской области в течение 2016-2017 годов проводили тоже ряд проверок. И в результате проверок мы попросим рассказать Косюк Ларису Константиновну, начальнику управления государственного экологического надзора. Это, по сути, позиция Министерства экологии по использованию Московской области. Добрый день. Ну, характеризую деятельность общества ТЭКО-сервис в Одинцовском районе. Я остановилась на 3 различных объектах, потому что там правовая характеристика и деятельность, она немного отличается. Это карьер Никифоровская, карьер Пронская и участок недр Власова-1, Власова-2, на который дана лицензия. Что касается карьера Никифоровская, первоначальная лицензия была выдана на добычу с последующей культивацией в виде строительства рыбонапольных прудов. Однако, поскольку произошел отзыв разрешения на строительство прудов, направление рекультивации было изменено на... Мы предложили обществу изменить направление рекультивации и с изменением технического проекта. Технический проект до настоящего времени в министерство не предоставлен. Наше предложение состояло в том, чтобы выровнять поверхность карьера, выположить борта, и направление рекультивации, и данная земля после рекультивации могла бы быть использована как земли сельхозназначения. Второй объект, карьер Пронская. В отношении данного объекта имеется решение суда, о чем уже упоминали предыдущие докладчики, с обязанием общества осуществить рекультивацию путем использования отходов 4 класса опасности, куда в частности входит такой вид отходов, как отходы строительные и сортированные.
настоящее время многочисленные проверки показывают, что рекультивация карьера производится отходами 5 класса опасности. Это инертные строительные отходы и грунт от землероидных работ. Проверки, проведенные в 2015-2016 году с участием заинтересованных сторон, жителей, с участием различных правоохранительных органов и контролирующих, показали, что там размещены отходы 5 класса. Кроме того, я бы учитывала в вопросе рекультивации карьера Пронская опыт общества ДК-сервис по рекультивации карьера, который расположен, если я не ошибаюсь, в районе деревни Никольска. На месте карьера там имеется ровное поле, проходит этап биологической рекультивации. Следов карьера никаких не выявлено. И что касается третьего объекта карьер, месторождение Власова-1, Власова-2, который выдан, лицензия на разработку которого выдана министерством в 2017 году. Хочу отметить следующее, что действующим законодательством разделены объекты, такие объекты, как земельные участки, то есть поверхность земли, да, которая может быть использована в каких-то сельскохозяйственных или иных целях, и недра. То есть это два самостоятельных различных объекта права, регулирование которых правовое точно так же различается. И министерство, когда выдает лицензии на разработку недр, не связано с земельным законодательством. Министерству запрещено запрашивать иные документы, кроме закрытого перечня документов, которые министерство предоставляет недропользователю. То есть мы не можем, не имеем права спрашивать категорию земель, отношение, вечное право на этот земельный участок, у кого есть или нет. Нам это прямо запрещено законом. То есть когда к нам недропользователь приходит и говорит, вот вам документы, мы знаем, что, предполагаю, что здесь содержатся полезные ископаемые, просим выдать лицензию. И предоставляет полный перечень документов, которые предусмотрен законодательством, у нас нет никаких оснований отказать недропользователю в выдаче лицензии, будь это земля сельхозназначения или любого иного назначения. Это что касается вот особенностей выдачи лицензии, связанной с землями сельхозназначения. В связи с этим министерством также были выданы лицензии на разработку полезных ископаемых на участке Власова. Но в связи с тем, что там это точно так же земли сельхозназначения, выдана рекомендация изменить направление рекультивации, чтобы в последующем земли можно было использовать как земли сельхозназначения и перед добычей осуществить перевод земель из земли сельхозназначения в любую иную категорию, которая допускает добычу полезных ископаемых. В настоящее время на данном участке добыча не ведется. Нарушения какие-либо не зафиксированы. Да, я еще хотела вот отметить, что по карьеру Никифоровской было общество привлечено к административной ответственности по части 2 статьи 7.3. Это нарушение условий недропользования, которые предусмотрены лицензией, в связи с тем, как раз, что общество не перевело. Я осуществила перевод земель из состава земель сельскохозяйственного назначения, но разработка уже начата. Было выдано предписание о переводе земель, и данное предписание и постановление по делу об административном правонарушении сейчас находится на рассмотрении суда. Общество подало жалобу на наши документы. Расскажите позицию министерства в чем? Что они должны устранить, допустим, какие нарушения, если они есть? С вашей точки зрения, для дальнейшей работы? Я уже говорила, я еще раз повторю, что мы считаем, что в условиях лицензии включен пункт, что перед добычей полезных ископаемых общество должно перевести землю из категории земель сельскохозяйственного назначения в иную категорию, земли промышленности, транспорта, иного специального назначения. Это записано в условиях лицензии. Хорошо. Когда было обнаружено это
10 сентября. Когда вы узнали? Это нарушение было выявлено? В 17 году. А? Ну, в 17 году, когда? Сейчас я посмотрю. После того, как вы поставили, он направил, года не знали. Нет, вы сейчас давайте не успокоили. Но... Факт правонарушения был установлен общественным судом. Факт правонарушения зафиксирован постановлением от 4 августа 2017 года. Копать тогда начали. Я, к сожалению, у меня сейчас нет этой информации. Спасибо, Лариса Константиновна. Да, пока. И слово для содоклада предоставляется Гаджиевой Елене Викторовне, представителю ФГБУ, Центра лабораторного анализа технических измерений Центрального федерального округа. Они проводили лабораторные исследования измерения участка. Проводим исследования почвы, ну, почвы грунта, воздуха и поверхностных сточных вод ежеквартально для ТЭК-сервис, начиная вот с 2015 года, по объекту потом сейчас говорится. Значит, мы проводим отдельный количественно-химический анализ и определяем токсичность одобренных почв. Как правило, это в основном 5 класс, изредка, значит, попадается 4. Сказать о каком-то негативном влиянии на окружающую среду мы не можем. Ничего такого нестандартного, превышения в атмосферном воздухе не выявлено. И если речь идет о ТБО, то это должен быть фильтрат, обязательно его не наблюдается. Запаха характерного для полигонов захоронения ТБО не наблюдается и не обнаружено приборами. Но мы проводим эти измерения ежеквартально. Вчера только. Ну, вчера мы там не были, не могу вам сказать. Ну, что, последний раз мы там были в августе вместе с Минэкологией. И нас привлекали для параллельного отбора И результаты независимо параллельного отбора с лабораторией, привлекаемой Минэкологии, они у нас совпадали, в общем-то, практически полностью. Хотя анализы проводились совершенно независимо. Я сразу хочу вам сказать, что мы являемся аккредитованной лабораторией. Соответственно, у нас есть декларация о независимости. То есть мы должны... Можно уточнить, вы по чьей инициативе проводили эти исследования? Мы проводили эти исследования по инициативе ТЭК-сервиса. То есть они были инициативы? Да, то есть мы вообще работаем давно с этой организацией, на многих объектах проводили эти анализы. Но вот я говорю, что мы были сами удовлетворены тем, что независимый отбор лаборатории, которая привлекала Минэкологии, он совпал с нашими результатами. Совершенно независимые, параллельные, насколько это возможно, исследования. Ну, в принципе, мне больше сказать ничего. Хорошо, спасибо, Леонидовна. Я хочу предоставить слово, если у нас в зале присутствуют, да, представители полиции Одинцовского района. Экономической безопасности, если коррупция Одинцовского района, Олег Сергеевич. Нашим отделом была проведена проверка по деятельности ОТК «Сервис». И 27.07.18 года отделом дознания МВД России Одинцовской было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления части 1 статьи 171 «Незаконная предпринимательская деятельность». По осуществлению деятельности по размещению отходов различных классов опасности на территории рекультивированного карьера Пронская, расположенного в деревне Пронского Одинцовского района. Оно было возбуждено на основании заключения экспертного учреждения, которое было предоставлено из Минэкологии, где по результатам этого заключения был причинен ущерб почвам и объекту окружающей среды на сумму 12 863 360 рублей. В настоящий момент
данное уголовное дело было изъято Одинцовской городской прокуратуры из отдела дознания и для дальнейшего расследования было передано в следственное управление МВД России Одинцовская. В настоящий момент данное уголовное дело запрошено в Генеральную прокуратуру для проведения проверки законности возбуждения. Ну, до настоящего момента оно не вернулось в МВД России Одинцовская, так и находится сейчас в прокуратуре. Спасибо большое. Представители есть следственного комитета? Есть? Есть что добавить? Ну, эта проблематика попала в поле нашего зрения. В данный момент тоже проводится проверка. Ряду статей уголовного кодекса. На данный момент сделать какие-то выводы я пока не могу. Данных недостаточно. Хорошо, спасибо большое. Прокуратуре есть Одинцовского района? Да. Есть что добавить? Заместитель Одинцовского городского прокурора Диковина Викторовна. Ну, я хотела бы немножко поправить коллег по поводу проверок. Когда мы выезжали, и мы не выявляли нарушения только потому, что соответствующие контролирующие органы говорили о том, что нет никаких выбросов, все находится в соответствии с предельно допустимыми нормами. Но когда, я так понимаю, что ситуация настигла своей как бы болевой точки в июле 2017 года, и об этом есть заключение Минэкологии экспертное, о том, что там есть и превышение, и недопустимые как бы отходы, которыми недопустимо рекультивировать карьер. В прокуратуре было возбуждено административное производство по части 273, направлено в июле в Минэкологию. До сих пор ответа оттуда нет. Далее. Было возбуждено постановление по статье 8.8. Это нецелевое использование земель сельхозназначения и Росреестром. Значит, привлечены к административной ответственности правообладателей земельного участка. Кроме того, в настоящее время есть решение суда, которое вступило в законную силу о снятии с кадастрового учета о поиску межрайонной природоохранной прокуратуры, о снятии с кадастрового учета принадлежащую залу Шарапову. В настоящее время совместно с Одинцовской городской прокуратурой решается вопрос о дальнейшей судьбе этого участка, потому что в силу закона договор аренды с ТЭКО-сервис является ничтожным. И если ТЭКО-сервис законопослушные граждане, они обязаны освободить этот участок. Что мы видим сейчас? ТЭКО-сервис оспаривает все вынесенные решения в судебном порядке. То есть все, ну, я здесь немножко скептически отношусь к их добросовестности, это есть какое-то злоупотребление правом. Вот, потому что от ТЭКИ-сервис были, как сказать, некоторые публикации о том, что их преследуют, это не так. Преследуют контролирующие органы. Контролирующие органы, к сожалению, в течение многих-многих лет не могли выявить и привлечь к ответственности недобросовестную организацию. У меня все равно. Спасибо большое. Хочу еще предоставить слово Парфенову Александру Валерьевичу, исполнительному директору Ассоциации участников рынка ненужных материалов в Московской области. Добрый день, уважаемый президиум, добрый день, уважаемые коллеги, общественники. Что я хотел бы сказать как представитель ассоциации. ТЭКО-сервис действительно является достаточно серьезным предприятием мегаполиса Московской области. Свою деятельность он ведет не только в Московском районе, с конца 90-х годов. И уже предприятие было рекультивировано. Не один объект, в том числе и разработка, конечно. Не только здесь ведется.
Значит, на основании заявления предприятия в марте 2015 года организация решения общего собрания была принята в ассоциацию участников рынка негодных материалов Московской области. В связи с чем я как бы здесь и нахожусь. Значит, что можно сказать по обсуждаемой проблеме? Мы, конечно, не являемся надзорным органом, но в соответствии с своим уставом имеем определенные права в достаточной степени контролировать эти предприятия и влиять на их политику. Так, весной 2017 года к нам в ассоциацию поступило обращение от инициативной группы по уже изложенным выше факторам. И мы проводили камеральную проверку. Значит, полностью согласен с предыдущим докладчиком о том, что на основании имеющихся в ассоциации документов, таких как заключение Росприроднадзора, Россельхознадзора, Министерство экологии, военной прокуратуры, Одинцовской прокуратуры, прокуратура Московской области. На момент апреля месяца 2017 года в действии предприятий серьезных нарушений не выявлялось. Те мелкие нарушения, которые в ходе проведения предприятий выявлялись, соответственно, штрафы были оплачены и устранены. О чем свидетельствуют ответы? А как вы разделяете серьезные или мелкие нарушения? Это не я как разделяю, это указано в ответах надзорных органов. Какие-то выявлены? Ну, например, там наличие, скажем так, пакета мусора на въезде в карьер. Знаете, как я вот на самом деле, мы вот впервые, честно, вот, за целый год работы нашего комитета подобные ситуации, потому что информация настолько разная, но вот те слайды, которые мы сегодня видели, ну это не очень пакет мусора. Ну, я говорю только о том, что имелся у нас в ассоциации этих документов. Тем не менее, в июне вновь данный вопрос как бы снова сильно поднялся, и Министерство экологии проводило совещание с участием представителей предглавы Одинцовского муниципального района Андрея Робертовича и представителей силового блока Одинцовского района. На данном совещании также присутствовала инициативная группа, и, насколько понимаю, все вопросы, возникающие инициативной группы в надзорных органах, были рассмотрены. По результатам этого совещания был составлен протокол, там определен перечень мероприятий, которые, насколько я понимаю, на сегодняшний день предприятие в основном выполняется. То есть на предприятии установлен ЧОП, который контролирует как вывоз материала с одного объекта, так и завоз материала на другой объект. Прекращена завоз отходов 4 класса до выяснения ситуации. И как бы по результатам вот этого совещания, в том числе в конце сентября 2017 года, Общероссийским народным фронтом был проведено обследование, организовано и проведено, куда были приглашены на это обследование, кроме нас, ассоциации представителей, в том числе представители Минэкологии, Россельхознадзора, надзорных органов, инициативной группы. Значит, к сожалению, представители инициативной группы до конца данного мероприятия по каким-то неизвестным причинам участвовать не захотели, но комиссии, количество где-то, может, человек 10, наверное, мы прошли и объект Промская, по всем указанным инициативным группам фактов насчет запаха, размещения отходов, проверили объект Никифоровского, где идет разработка песка. Но никаких нарушений, утверждений, той информации, которую группа указывает в своих жалобах, обращениях, мы не увидели. В настоящее время, насколько я здесь уже услышал, надзорными органами, правоохранительными органами проводятся проверки, составлены материалы, которые еще не доведены до своего логического завершения. Сейчас материал распаривается в судебном порядке. Предписание еще действует для тратили свои как бы сроков. Поэтому мы, как ассоциация, на эту ситуацию мониторим, ждем соответствующих органов их решений, и уже по итогам этих решений в том числе будем определять свою позицию. Единственное, что непонятно, почему опять поднят шум, почему создается ажиотаж. В инициативной группе также предлагаем как бы дождаться решения соответствующих органов, потом
ситуация прояснится. Мне кажется, так надо действовать, спокойнее. Ну, это какая-то новая версия. Спасибо, Александр Валерьевич. Если спасибо. Вопросы мы зададим еще. Ну, я предлагаю все-таки предоставить слово заместителю генерального директора «Экосервис» Ульянову Виталию Викторовичу. Хочу выразить слова благодарности руководству Московской областной думы, членам комитета по экологии за проявленное внимание при рассмотрении обращения трудового коллектива предприятия, в том числе за проведение выездного мероприятия совместно с областным НФ 27 сентября и организацию сегодняшнего заседания. Коротко, в двух словах о предприятии. ООО «Экосервис» создан 20 лет назад офицерами запаса, летчиками военно-воздушных сил. Костяк предприятия составляют местные жители, офицеры вооруженных сил, проходившие службу на аэродроме Кубинка. Многие члены трудового коллектива работают на предприятии с момента его создания, проживают на территории Одинцовского района, воспитывают детей и внуков, платят налоги в Московской области, приходят на выборы. Предприятие входит в состав региональной ассоциации участников рынка невыгодных материалов, о чем здесь говорил Александр Валерьевич Парфенов. Обеспечивает рабочими местами около 300 человек. Вместе с членами семьи около 1500 жителей Подмосковья зависит от деятельности предприятия. Компания занимает 2009 место по выручке из почти 194 тысяч предприятий Московского региона, являясь не самым маленьким налогоплательщиком. Бюджеты всех уровней за период с 2015 по настоящий момент, 2015 года, перечислено 540 миллионов 989 тысяч отчислений. Активно занимается благотворительностью. В период с 2015 по 2017 год была оказана финансовая помощь на общую сумму 20 миллионов 591 220 рублей. С 2015 года предприятие подвергается беспрецедентному административному давлению со стороны правоохранительных и контрольно-надзорных органов, в том числе путем систематического уголовного преследования. По числу проведенных проверок и контрольно-надзорных мероприятий на предприятии в 2016 году, по данным аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей, «Экосервис» занимал уверенное, лидирующее первое место в Московской области. В соответствии с протоколом расширенного совещания при Министерстве экологии, о чем говорил Александр Валерьевич, в конце июля текущего года при участии главы Одинцовского района Лжана Андреевича, представители общественности, предприятие было рекомендовано проведение ряда мероприятий, о выполнении которых готовы доложить. Первое. Для комфортного проживания жителей прилегающих населенных пунктов к объектам предприятий установлен временной режим. Временной режим работы с 9.00 до 21.00. В ночное время работы не ведутся. Обеспечен допуск и возможность подключения к электросетям предприятий представителей МУП ТРК Одинцова для установки круглосуточного видеонаблюдения с возможностью онлайн-трансляции видеосъемки через интернет в целях объективного освещения выполняемых работ. Третье. В начале августа 2017 года заключен договор с ЧОП «Сарамат», рекомендованный администрацией Одинцовского района, как ЧОП, которому будут доверять и жители, и администрация, для выполнения функций контроля ввозимых на территорию карьера грунтов и за соблюдение временного режима работы объектов. Четвертое. Для рекультивации карьера Пронская используется исключительно грунты от землеройных работ, ввоз отходов строительства, слов зданий и сооружений, временно приостановлен. Пятое. Члены мониторинговой группы из числа присутствующих здесь представителей общественности обеспечен беспрепятственный доступ на территорию объекта предприятия, несмотря на то, что это является нарушением техники безопасности. 27 сентября выполнение указанных мероприятий проинспектировал заместитель главы района Александр Александрович Тесла совместно с главой сельской администрации, с участием Министерства экологии и представителей предприятия. Шестое. В соответствии с поручением Министерства в рамках исполнения указанного протокола совещаний предприятием заключены договора с проектной организацией на выполнение работ по корректировке проектов разработки и рекультивации месторождения Никифорское с изменением направления рекультивации на сельскохозяйственное, предусматривающее выполаживание бортов карьера до 18%. О чем говорил Лариса Константиновна Косюк, представитель Министерства экологии. Об этом нами письменно доложено в Министерство экологии. По результатам работ проекта будут представлены Минэкологии для необходимых процедурных согласований. Несмотря на выполнение ряда указанных мной поручений, принятых на совещании, ситуация остается неизменно сложной. Со стороны органов исполнительной власти, органов надзора, контроля продолжается давление предприятий, в том числе путем возбуждения новых уголовных дел. При этом, по данным Генеральной прокуратуры Российской Федерации, которая проводила проверку по обращению руководства предприятия, установлено, что расследование уголовного дела, возможно, в июле 2017 года, приобрело предвзятый характер и исключительно обвинительный уклон. В подтверждение необъективности правоохранительных органов
В период с 15 по 17 года можно привести лишь отдельные факты. Так, изъятые в ноябре 2016 года в рамках оперативно-розыскных мероприятий документация, а в июле 2017 года при обыске техника предприятию до настоящего времени не возвращена. Мало того, часть изъятой техники стоит груженной грунтом уже более 2 месяцев, что неизбежно приведет к поломке рессор и иных комплектующих автомобилей. Изъятые в мае 2015 года 4 единицы техники постояли груженные на штрафстоянке до декабря 2015 года и были выданы в вечернее время 31 декабря в канун новогоднего праздника, то есть 8 месяцев техника стояла заправленная летним топливом, что неизбежно привело к повреждениям всех топливных систем автомобилей, как результат финансовых потерь. Основным доказательством нарушения деятельности предприятия послужило основанием для возбуждения уголовного дела, это заключение экспертизы, о чем говорил Владимир Андреевич, коммерческой лаборатории о эко-полигон, выводы которой полностью опровергаются предварительным мнением экспертов Федерального бюджетного учреждения, Российский федеральный центр судебной экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации. Обращу внимание, что это государственный орган при Министерстве юстиции, это федеральная лаборатория. Кроме того, результаты исследований проб коммерческой лаборатории были полностью опровергнуты и противоречили ранее проведенному исследованию отобранных проб государственными специализированными лабораториями органов Россельхознадзора, Росприроднадзора. При этом результаты исследований проб, взятых в тот же день в Федеральной лаборатории Росприроднадзора, полностью отличаются от результатов коммерческой лаборатории, выдавшей нужное полиции заключение. Заключение экополигона вызывало сомнения даже у специалистов минэкологии, которые были вынуждены повторно провести соответствующие исследования проб с карьеры Пронских. По итогам рекультиван был установлен как преимущество на 80%, это 5-й класс опасности, практически не опасный, и 4-й класс. Все необходимые лицензии, разрешительные документы для осуществления деятельности на предприятии имеются. Выполняется программа производственного контроля, о чем говорил представитель экспертной организации. Просто несколько слов говорят о том, что мы по каким-то надуманным основаниям преувеличиваем, искажаем факты. Я просто скажу несколько прецедентных вот моментов, а решать вам, уважаемые члены заседания. 28.07 на следующий день после возбуждения уголовного дела сотрудники ЮБ провели обыск в офисных помещениях на объекте Пронской и неотложный обыск без получения судебного решения по адресу проживания подрядчика ОТК «Сервис». Были предприняты попытки без судебных решений произвести обыски у всех руководителей предприятий, генерального директора и его заместителя. Такие действия местные борцы с экономической преступностью расцениваем как, наверное, какая-то показательная устрашающая акция. Это мое личное мнение. В результате обысков изъяли 5 автомашин, в том числе легковой автомобиль «Старую Ниву», который абсолютно, я не понимаю, какое имеет доказательное значение при перевозке грунтов и отходов. Оригиналы, разрешительная документация, проекты, технические документы, договоры с контрагентами, носители цифровой информации. При этом повреждалось имущество, ломались двери, стены. Сумма ущерба, которую нам пришлось затратить на ремонт помещений офиса, составила более 300 тысяч рублей. Имущество было изъято, в том числе не принадлежащее предприятию. Достоверно было известно, машины являются абсолютно других юридических лиц. Фото последствий обысков я могу предоставить, если журналисты это заинтересуют. В августе те же сотрудники УБЭП, чтобы вы просто понимали, когда мы говорим о объективности, в августе те же самые сотрудники УБЭП присылают запрос на предприятие и просят предоставить документы, которые они изъяли в ходе обыска. Ну, наверное, это правильно. Если необходимо, мы с уважением относимся и могу сказать с глубоким чувством уважения к работе правоохранительных органов. Она действительно ответственна и сложна. Но мы просим применять закон равнозначно ко всем участникам. Разве такое положение дел не может вызывать обеспокоенность работающих на предприятии людей? Вот те обращения, те петиции, те выступления, которые прозвучали, это исключительно инициатива трудового коллектива. В коллективе работают взрослые люди, многие из них по 30, по 40 лет служили в вооруженных силах, имеют статус полковников в возрасте от 7 до 70 лет. Поверьте мне, это хорошие, добропорядочные, уважаемые люди. И они в силу возраста, и в силу своего статуса, как бы, ну, не готовы не участвовать в каких-то играх. Голословные обвинения предприятия в банкротстве, браконьерстве, уголовных преступлениях объективно не подтверждаются, носят дискриминационный характер. Мы вынуждены обращаться в суд. Слово «вынужден», потому что та грязь, которая льется, но она, конечно, не может оставить любого нормального человека, а тем более, когда это мы, жители Одинцовского района, многие друг друга знаем, встречаемся, и, конечно, все это обсуждается. Мы обращаемся в суд защиты деловой репутации. По состоянию на 11 октября предприятие не является ключевым административным действием. Мы не злоупотребляем своими правами. Права, гарантированные всем Конституцией, федеральные законы абсолютно одинаково распространяют свои действия на всех юридических лиц. И мы ничем не лучше и не хуже, чем какое-то там другое юридическое лицо и хозяйствующий субъект. Если закон предоставляет право выйти в суд, обратиться для объективности, для разбирательства, почему нельзя этим воспользоваться? И последнее, завершая.
При всем изложенном предприятие открыто для диалога со всеми заинтересованными лицами и организациями. Мы, как никто, являясь местным жителем, заинтересованы в регулировании ситуации, сложившейся в поселении. Выражаем слова благодарности всем участникам сегодняшнего совещания. Мы надеемся на вашу объективность. Спасибо. Скажите, пожалуйста, вы сказали, что вас, послушаем, по-моему, 27 сентября, да, проинспектировали замглавы, по тем причинам, которые... Вот представитель УНФ, я просто лицо помню. УНФ там, да. Да. А есть какой-то протокол, допустим, на то, что... Я, к сожалению, не имею власти над Сан Санычем. Я могу лишь рассказать о том, что после инспекции на карьере... Хорошо. Так как это мой заместитель, то я могу прокомментировать. Никакой инспекции не было. Был выезд ОНР, что нам сообщили. И мы, соответственно, послали представителя администрации. Там все в экстренном порядке бегали, как на марафоне по этим, собственно, карьерам. Толком там даже разговора не было с Александром Александровичем, о котором, собственно, шла речь. И уж тем более он никакую проверку и не имел права проводить, и не проводил. Есть масса организаций, земельный контроль, который у нас считается, и Россельхознадзор, и Министерство экологии, и так далее. В этой конфликтной ситуации мы можем опираться только на официальное заключение организации, которая имеет на это право. Поэтому здесь было присутствие, потому что выезд ОНФ на территорию для нас всегда это мероприятие, к которому мы относимся с особой щепетильностью, так скажем. Мы взаимодействуем с Народным фронтом и, безусловно, не могли не послать туда наши представители. Я, к сожалению, в момент на территории отсутствовал. Можно я тоже буквально два слова спрошу? Да, у вас Сергей. Спасибо. Знаете, я выслушала ваше выступление. Вы знаете, я тоже офицер, и у меня тоже есть ордена. Может быть, мы тут всех поднимем, заслуженных людей, и каждый расскажет о себе, о своих, ну, достижениях. Мне бы хотелось спросить у вас одно. Вы давно работаете. Ваш срок работы. За вашими плечами 300 человек. Это очень большое количество. Вы мне скажите, пожалуйста, у вас лицензия на одно, а работаете вы совершенно по-другому. Вот эти снимки. И не надо здесь плакать и рассказывать о себе любимым. Вот здесь мне покажите нам снимки. Вот это что? Просто расскажите, и тогда мы не будем здесь много о чем говорить. Плакать друг другу, рассказывать. Вот это что? Это ваши карьеры? Ну, вот да, просто вот там на возгласы про фальсификацию, вы же видите, там я вот стою. Это что? Я подтверждаю, что это была ваша куча. Вы давайте там, об офицерах, я о офицерской чести тут поговорим тогда. И министр экологии. Хорошо? Вы вот это вот расскажите нам, что это такое. У вас совершенно другая лицензия. Земли сельхозназначения. Вот это почему здесь? Простым языком не надо много говорить. Борис Евгеньевич, строительные отходы, слово здание, слово здание и сооружение не сортированы, да, он не может красиво выглядеть. Конечно, это не. Послушайте, мы с вами там находили совершенно понятные отходы. И полиэтилен, и сапоги, и ботинки, и запах гниения, и дым, и так далее, и так далее. Там все присутствуют. Причем вы вводите в заблуждение, ну, как минимум... Полтора часа сидим здесь, слушаем, вообще неизвестно ни о чем. Мне просто интересно, у вас лицензия на одну, рыбки должны плавать давно, за 20-то лет, а работаете совершенно по-другому, потому что земли сельхозназначения предназначены совершенно для другого, а не тем, чем вы занимаетесь. Можно, чтобы вот сразу, да, еще задать вопрос по выступлению Виталия Викторовича? Вот скажите, пожалуйста, вы сказали о многих достижениях, и мы вот это не первый раз, да, мы говорим в стекосервис. И мы очень уважаем то, что вы делаете, поверьте, мы поэтому здесь находимся сейчас все. А вот, допустим, Россельхоз говорит о каких-то нарушениях и предписаниях, которым уже больше года. А в чем сложность, допустим, выполнить эти предписания, чтобы не было такой можно войны? Можно я объясню? Можно я буквально прям полминуточки? Срок предписания продлевается каждые полгода, да? Карьер площадь 90 гектаров. Оно продлевается обычно, потому что не исполняется. Ну, потому что иногда есть объективные причины. Невозможно 90 гектаров. Нет, я вот понять не могу. Объем. Я тут с Ларисой Сергеевной абсолютно согласна. Вы знаете, вот 300 гектаров простым языком. Вот ситуация абсолютно такая, ну, вот разная, да, все точки зрения абсолютно разнятся. И в силу того, что это не один год тянется, и то, о чем вы говорили сейчас в своем, вот, выступлении,
преследовали уголовным и так далее. Вы же как вы зам да генеральный директор, один из руководителей ТК-сервис, ваша основная задача это защитить своих сотрудников. А чтобы защитить, надо привести все в соответствие с законодательством. И все. Алита, можно ответить? А если это пробивается не один год, то я вообще не могу понять, что происходит. Объем 8 миллионов кубических метров, но его невозможно за короткий срок привести и уложить. Но это даже не один год. 20 лет вы работаете. Нет, мы на этом объекте не работаем. Юридическое лицо было создано 20 лет назад. Вы плакали буквально 15 минут, только сколько у вас людей. Ну, знаете, те нарушения, которые сказаны, они, в моем понимании, может, я так не глубоко, да, тут понимающе, но они не настолько такие существенные, чтобы подвергать работу компании вот в такой стрессовой ситуации. Нет, ну вот здесь снимки, это совершенно другое. Мы пошлем, мы идем в суд. Тот вот объем информации, снимки, тот объем ряд снимков, грунта не наши. Не ваши. Сейчас. Тот не объем грунта. Это не наши. Позвольте, я отвечу. Да, конечно. Тот объем грунта, который вы говорите, почему продлевается предписание? Вот ну, здесь вот есть коллеги профильных, да, вот ведомственные организации, они могут либо подтвердить мои слова, либо опровергнуть. Невозможно там в течение полугода 8 миллионов кубов привести на площадь 90 гектар. Такого объема нет ни в Москве, ни в Московской области. Сейчас реновация, но в списках карьеров, которые будут принимать стройку, возможно, конечно, быстрее исполнить. Да нет, сейчас просто другая ситуация. Хорошо, сейчас... от общественников кто-то хочет выступить? Давайте тоже регламент соблюдать уже, надо только платить много. И я тоже конечно, ладно? Давайте тоже хочу попросить только корректно, да, конечно. Чтобы без обид, без... Дмитрий Данилов, представитель инициативной группы сельского поселения Никольское. Хотел бы здесь чуть-чуть несколько ремарок сделать. Действительно, получается так, что по составу выступающих могла сложиться какая-то однобокая картина. Хотел бы немножечко ее исправить. По поводу Министерства экологии и его участия. Здесь Лариса Константиновна очень скромно озвучила. И совсем забыл упомянуть про возбуждение административных дел по статьям 8.2 Кодекса об административных правонарушениях. А это несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами. Это административное дело, которое возбуждало непосредственно Министерство экологии. А также 8.8, тоже Кодекс об административных правонарушениях. Использование земельного участка нецелевого назначения, невыполнение обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению. То есть все-таки некоторые факты были Министерством зафиксированы. Касаемо деятельности Россельхознадзора. Здесь очень много вопросов, я просто коротко тезисно скажу, что несмотря на огромное количество инспекций, Россельхознадзор так и не зафиксировал полное уничтожение плодородных условий в Карелии-Кронской, которого, согласно отчету о геологическом изучении данного земельного участка, должно быть 226 тысяч кубических метров. Это фактически Эверест из плодородного слоя, который полностью отсутствует. Уничтожен, продан, еще что-то неизвестно. Он отсутствует, но Россельхознадзор этот факт никаким образом не отражает в своих проверках. А по поводу лицензии, как известно, выдается не на пруды, не на строительство прудов, а на пользование недрами. Такого вида пользования недрами, как попутная добыча песка, не существует. Есть решение Верховного суда еще 2015 года, которое четко указывает, что любая добыча песка требует перевода земель из сельхозназначения в промышленную. В Кронском карьер был полностью выработан, вот как представитель ТК-сервиса только что сказал, 8 миллионов кубометров песка было выработано, при этом земли и сельхозпромзоны так и не были переведены все это время. Сейчас идет добыча на сельскохозяйственном поле Никифоровское. Вот, началось это с ноября прошлого года, и вот только в июне Министерство экологии, несмотря на вот эти многочисленные жалобы, которые были упомянуты, только в июне, спустя 8 месяцев, обратил внимание, что ведется добыча, опять же, на сельхозназначение в поле, и только после этого выписала какое-то предписание. Соответственно, все это время, все предыдущие 8 месяцев Министерство экологии абсолютно так же не замечало данного нарушения. По поводу условий пользования лицензии. Требования о переводе – это не какое-то новшество, которое указывается в лицензии. Это требование закона. И оно существует, независимо от того, указано оно в лицензии
или не указаны. Есть федеральный закон об обороте сельхозземель, есть земельный кодекс, который четко прописывает, что 78-я статья, что должны все земельные участки использоваться по их целевому назначению. В целевое назначение сельскохозяйственного поля не входит, добычи нет. Это достаточно очевидный факт, который почему-то многими проверяющими игнорируется. Ну и по поводу, и по поводу Россельхознадзора. Вот Тигран Ильич сказал, что люди жалуются, и это не находит обоснования. К сожалению, люди жалуются не только на то, о чем было сказано. Люди жалуются главным образом на огромное количество мусора, которое сваливается под их участками на данных сельхозполях. Подавляющее большинство данных заявлений вообще не обрабатывается. Когда 31 августа, вот я думаю, Тигран Ильич подтвердит, все-таки пришлось выехать на место, было полностью подтверждено и наличие бытового мусора, жженые шины, в канал сливали септики, абсолютно отвратительный запах. Но вместо этого, несмотря на то, это произошло только после того, как представителям инициативной группы было подано конкретное нарушение на бездействие должностных лиц Россельхознадзора. После этого была выездная проверка, которая зафиксировала эти факты. Но опять же, какие действия были предприняты? Был составлен протокол об административном правонарушении, а было выдано предостережение, чтобы не было совершено правонарушение, хотя факт уже был налицо. То есть таким образом вся эта статистика по отсутствию каких-то зафиксированных нарушений, она, скажем так, очень условна. И главным образом ее заслуга в том, как качественно выполняют свои обязанности представители надзорных органов. Спасибо большое. Лариса Константиновна, в зале еще? Да. Есть что-то ответить, Владимир Ильич? Нет. Так, основные выступления закончились. Вопросы, дополнения у кого-то есть? Если я еще могу намерить? Да, только, пожалуйста, вставайте, представьтесь и задавайте вопросы. Кононова Наталья Ивановна, член инициативной группы. Вот кто у нас это Росприроднадзор? Здесь, да? Да. Вот вопрос такой. Вот у меня есть документ 5 февраля 2016 года. Это была ситуация перед переутверждением изменением лицензии на промысел. Вот здесь конкретно под фамилией подписывали Лаврухин, зам генерального директора, и, по-моему, Кузьмина и Игонина. Можно ознакомиться, если не запрещать, да. Я просто не знаю. Да. Описана ситуация, что можно работать с отходами 4-го класса опасности. Имеются все сооружения, все здания и техника для этого дела. Написано, что есть ангар, написано, что есть грохот, такая машина. Значит, буквально вчера вместе с полицией мы зафиксировали только строительство этого ангара, который в 2016 году прописан. Значит, эта вот технология, она абсолютно не соблюдалась с самого начала, с февраля 2016 года. Росприроднадзор проверял, не проверял, полномочия с Минэка кидались, в конечном итоге ничего не видели. Я вообще хочу сказать, что все надзирающие органы до безобразия безответственно относятся к своим обязанностям. Вот почему-то мы, простые люди, смотрим интернет, читаем законы, а законы хорошие, но они обходятся очень быстро и хорошо надзирающими органами. Поэтому пришлось нам 8 месяцев доказывать, что есть нарушение нецелевого использования земли и в Пронском, и в Никифоровском, что не работает государственная экологическая экспертиза, которая была утверждена, но она не работает в Пронском. Просто идет юридический термин – размещение отходов, как теперь выяснилось, 3-го, 4-го, 5-го класса опасности. Никакого грохота там не работало, никакой почвы, грунт там не делался. И экологическая экспертиза, которую нам подсовывали первый и последний лист, до сих пор Минэко даже не знает, что это за экспертиза, ничего не работало. В Пронском было подписано еще в 2012 году решение суда, что сделать. Первоначальное состояние привести участок 90 гектаров. Что сделали вы, Декосервис? Вы усугубили. Вы не то, что не привели первоначальное состояние, вы разместили несанкционированный
полигон отходов, который, если он не санкционированный, площадь которой будет испорчена в 10 раз больше самого полигона. Это экологическую катастрофу вы сделали. Вы что думаете, дети, ваши внуки будут жить на другой планете? Мне, кроме слов, как ни стыдно, говорить не хочу всем надзирающим органам и коллективу ТЭКО-сервис, который, к сожалению, руководством заведен в тупик. Они не понимают, что работать так нельзя. Они верят вам, а вы их обманываете. И последний, по Никифоровскому. С 22 ноября идет работа на земле сельхозназначения. Неужели никто не может остановить это безобразие? Это незаконно. Говорила и буду говорить 19 октября. В суд приду и отвечу. Можно еще одно слово добавить? Можно я тогда сейчас отвечу? Буквально секунду, коли я вот ознакомился с тем, который был предоставлен. Значит, здесь действительно акт проверки Федеральной службы Роспотребнадзора. Единственное, что вопрос подлинности я устранить не могу, но судя по тому, что здесь написано, да, действительно, 5 февраля 2016 года составлен акт проверки. При этом это акт проверки документарного по оказанию госуслуги. Госуслуга называлась при оформлении лицензии. Соответственно, при проведении документарной проверки выездная проверка не проводится. Предметом документарной проверки являются те сведения, те документы, которые предоставляет юридическое лицо в соответствии с заявлением о переоформлении и тем сведениям, которые содержатся в едином государственном реестре юридических лиц, которые находятся в казначействе и которые находятся на федеральном портале по оказанию государственных муниципальных услуг, в том числе запрашивают сведения Роспотребнадзора в Росреестре. Это касательно этого документа, который был вами предоставлен. Так что говорить о том, что, в принципе, Роспотребнадзор в 2016 году были проигнорированы отсутствие ангара, это некорректно. Более того, я вам скажу, что в августе 2017 года, сейчас, когда проверка была проведена по требованиям прокуратуры Московской области, было также установлено отсутствие этого ангара и отсутствие того оборудования, которое ТЭКО-сервис обязан иметь при проведении работ по рекультивации, в соответствии с тем заключением государственной экологической экспертизы. Повторю, что департаментом направлен материал в арбитражный суд для принятия решения о привлечении юридического лица к административной ответственности, потому что статья 14.1, в которой привлекается юридическое лицо, рассматривается исключительно арбитражными судами, и Роспотребнадзор не наделен полномочий по рассмотрению таких дел. Далее поясню относительно того, что вот говорите там, да, юрлицо, ну, в принципе, всего того, что здесь было сказано, да, что подтвердить просто хотел после высказанного всеми коллегами, да. В ходе проведения проверки у ТЭКО-сервиса были истребованы те документы, которые регламентируют их деятельность. Но действительно, при истребовании этих сведений ТЭКО-сервис написал официальный запрос, точнее, ответ на наше требование о том, что все документы находятся в распоряжении правоохранительных органов в рамках возбужденного уголовного дела. В адрес отдела Одинцовского направлен был запрос о подтверждении данной информации. Информация данная была подтверждена, документы нам так не были предоставлены, но те нарушения, которые были выявлены, они выявлены при проведении выездной проверки непосредственно инспектором, который ходил вместе с представителем ТЭКО-сервис по полчаса, я могу даже сказать, по полутора часам было. Это осталось, да? Вот. Соответственно, эти нарушения уже выявлены. Да? А дальше, какие меры реагирования приняты по данным нарушениям? Выданы предписания в устранении выявленных нарушений. Контроль сейчас проводится. То есть у нас с понедельника проводится проверка. Сегодня должен был быть осуществлен выезд. Ну, он, соответственно, сдвинется. Проверка проводится 20 дней. Соответственно, по результатам проверки, в случае, если юридическое лицо не устранило те нарушения, которые были выявлены Роспотребнадзором, оно будет также привлечено к административной ответственности по статье 19.5 в случае неисполнения предписаний. И материал проверки также будет направлен в прокуратуру для вынуждения юридического лица устранить те нарушения, которые были выявлены. И будет выдано повторное предписание. То есть эта процедура, она регламентирована 294 федерального закона. Если предписание не исполняется, оно дается вновь. Относительно... До бесконечности. До тех, после неисполнения первого предписания материал направляется в прокуратуру для чего? Для понуждения. То есть, понятное дело, мы не можем прекратить выдачу предписаний. Предписание, если не исполняется, прокуратура имеет право, и, в принципе, мы просим прокуратуру нам помочь. А с какой целью? Для того, чтобы они вышли с иском в суд о понуждении. Мы не имеем такого права выходить самостоятельно с иском в суд. А песок тем временем будет, а мусор тем временем горит. Относительно... Можно, да, прокомментировать буквально секундочку, много времени займу. Относительно вывоза песка.
Значит, деятельность ТКСР осуществляется на основании действующей лицензии на недропользование. Эту лицензию никто не отзывал, не аннулировал, и действие ее не прекращалось. Вот. Поэтому это, здесь как бы мне сложно что-то комментировать. Вопрос, грубейшее нарушение условий лицензии, это но что? Это только через... Это вот только то, что... Абсолютно вот он очень грамотный, очень аннулирован. Спасибо большое. Я вам возвращаю. Сейчас вот мы до этого приехали, мы же вот услышали очень много новых вещей. Сейчас я сделаю исключение. Да. Дмитрий Данилов, вот хотел бы по поводу класса опасности добавить, что, как сама организация ТК-сервис подтвердила, что при взятии проб было заложено 4-й класс опасности. Вместе с тем, согласно постановлению правительства России от 9 июля 2012 года, номер 736, о критериях значительного ухудшения экологической обстановки в результате использования земельных участков и земель сельхозназначения, нарушения установленных земельным законодательством требований рационального использования земли, признано значительным ухудшением экологической обстановки размещения отходов 1-4 класса опасности. Таким образом, сама компания подтверждает, что у нас есть 4 класс опасности в почве. В постановлении указано, что это является существенным ухудшением экологической ситуации, экологической обстановки. И еще один маленький нюанс, который, я думаю, Анна Викторовна, вам необходимо знать для полноты этой картины, что вот такая общественная активность, она, естественно, все эти 1000 обращений, они на ровном месте возникли, не бывает дыма без огня. На самом деле, если бы была необходимость, здесь было бы 1000 человек, они бы тоже что-то сказали. И, к сожалению, такая активность сопровождается, скажем так, некоторыми обстоятельствами, которые уже взяли на заметку правоохранительные органы. У активистов горят машины, их избивают, на них совершается нападение, на них подаются в суд. Это все становится неотъемлемой, к сожалению, частью нашей деятельности по донесению правды, вот этих вот очевидных вещей, которые вроде как должны сами собой. Хорошо. Я предлагаю еще дать слово генеральному директору, да, этого сервиса. Ксения Валерьевна, вы там хотели выступить, сказать, объяснить или что? И я могу поправить вам сказать, да? Итог промежуточный. По проекту есть, будут какие вопросы, я могу по проекту в комментариях кое-что. Я не знаю, есть смысл, у нас вот присутствует Горлинка, а нет, извините. Горлинка есть такая? Да. Я не знаю, по Анна Викторовна, если я хотела... добавить, вы можете добавить. Я могу небольшой комментарий. Это существенно о чем-то сейчас. Но тут ну, только лишь парировать то, что высказывали эмоции и все, больше ничего. Все документально подтверждено, что у нас всегда все техника... Они видите, как они получились эмоции с одной и с другой стороны. Ну, я понимаю, да. Техника, которая там перечислена, она у нас действительно есть, и ангар у нас действительно есть. И то, что, как говорят, у нас инициативная группа о том, что у нас никакого там ангара нет, это не соответствует действительности. Этот ангар мы повторно уже более совершенно новый строим из железа. При проверке Роспотребнадзором этот ангар был задокументирован и сфотографирован. Мною лично были даны пояснения, что мы там делаем, каким образом мы проводим технологический процесс. Поэтому я готов еще ответить на все интересующие вас вопросы. Я вот предлагаю еще дать вот Ксении Валерьевне, да, то, что если есть добавить, потом я сделаю исключение, если уже себя понимаю. Алла Викторовна, чтобы поставить в точку, какой класс опасности там находится в рекультивируемом карьере, рекультивант к какому классу опасности относится и к четвертому, к пятому, и есть ли там какие-то вкрапления есть или нет, я хочу сказать, что во вторник Министерство юстиции проводит экологическую экспертизу. Мы приглашаем всех присутствующих, инициативную группу, вот, может быть, да, чтобы поставить, если вот эти экспертизы только за этот год не подтверждают или вызывают какие-то сомнения, Министерство юстиции во вторник проводит экспертизу. Вы понимаете, в чем дело? Насколько я так поняла, но не так глубоко, но поняла, да, что претензии у контролирующих органов нисколько к экологии, экологической ситуации, хотя там тоже есть вопросы, а к тому, что у вас не приведено в соответствии с законодательством ряд вещей таких достаточно существенных, начиная от сельхозземель, которые надо перевести,
Как я себе понимаю, позиция и администрации Одинцовского района, и Министерства экологии, и других вот контролирующих органов, они не хотят, допустим, чтобы вы прекратили свою деятельность. Они просто хотят, чтобы они привели, чтобы ваша компания привела деятельность свою коммерческую в соответствии с законодательством, в том числе. А инициативная группа, они в силу того, что это жители местные, как я понимаю, да, у них дачники, тоже есть требования, они тоже достаточно аргументированы. И здесь все просто хотят найти компромисс, как я себя понимаю. Мы тоже хотим. И мы, вот подводя итог, да, в силу того, что абсолютно нет единой мысли, да, вот, понимания, все контролирующие органы, все заинтересованные стороны сегодня здесь. Спасибо вам за это, да, что нашли время. И так, в такую как бы пожарную историю мы здесь все собрались. Спасибо большое Андрею Робертовичу, что он вот оперативно тоже отреагировал на нашу просьбу. Спасибо. Да, спасибо вам большое. Я предлагаю все-таки создать рабочую группу. По опыту это самое эффективное, куда войдут представители всех контролирующих органов. Мы посмотрим те документы, соберемся у нас в Московской областной думе, посмотрим и примем какое-то единое решение, как двигаться дальше. Вот, есть какие-то возражения? Мы включим в рабочую группу обязательно представителя общественности, обязательно представителя предприятия и контролирующих организаций. Посмотрим все документы, изучим и поймем, как можно как-то устранить нарушения и двигаться дальше. Да. Вот, я думаю, да. Спасибо. Вы знаете, я хочу добавить... Я думаю, что мы посетим еще раз как-то вот все вместе, да, посмотрим, чтобы не было двусмысленности, зафиксируем то, что увидим. И вот так, как-то ударим. По поводу суда, все-таки вопрос очень серьезный. Решение суда есть, Московского областного суда. Участок изъят у ЗАО «Шарапов», который на протяжении нескольких лет все хочет и хочет построить пруды, получает свалки. Если есть решение суда, акт, договор аренды ничтожен, вам прокурор сказал об этом. Значит, необходимо приостанавливать деятельность. Почему они везут и везут все, что хотят туда? Договор аренды нет. Нет, мы, конечно, хотим создать рабочую, понимаете, в чем дело? Это сейчас вот вы говорите, вы глубоко в теме. Да. Мы не видели этих документов. Мы хотим посмотреть все документы, которые сегодня существуют, и создать Министерство экологии, решение. Или, допустим, разъяснить. Мы бы хотели узнать причину невыполнения. Я вам говорю о том, что как депутат, я обязательно все это наше, мы и как председатель комитета, я как первый заместитель, безусловно, мы доложим весь наш вот этот разговор нашему председателю Думы. И поэтому будет рабочая группа, и нам бы хотелось двигаться вперед. Нам бы не хотелось войны. Но нам бы, мне лично, например, тоже хотелось бы узнать факт, почему люди работают не по своей лицензии. Почему не работают, не оформят документы. Это тоже мне тоже очень интересно. Почему вот так вот некоторые наши структуры, уважаемые, их покрывают. И поэтому мне бы хотелось это все установить истину. Мы не хотим, чтобы они, как сказали, закончили свою трудовую деятельность. Но она должна быть в рамках закона. Только в рамках. Правильно. Все понятно. Офицеры. Спасибо большое. Если существенно дополнить, ничего, да? Все, заканчиваем. Спасибо большое. Мы создадим рабочую группу, оповестим все стороны. И первое заседание, я думаю, что в течение двух недель мы обязательно соберемся. Спасибо.